Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, что у нас тут? Зеленая смерть уже что-то принесла нам. Так, 145 янтаря тусклого. Мало, пускай идет дальше работать. Так, у нас есть какое-нибудь событие? Давай посмотрим. Есть. Друзья мои, это угроза. Превентивный удар. Вот оно как. Слушай, а я сегодня заходил, этого не было. Угу. А заходил я когда? Буквально часа 3-4 назад. О, кстати, мы же сейчас с тобой получим новое яйцо. Так, теперь дополнительное. Все, друзья мои. И нам еще выводить его надо, да? Или оно откроется сразу же? Ух ты, это кто такой? Аллергический архичих? Ничего себе. Аллергические архичихи чихают так, что слышно за много миль. Впрочем, аллергия на собственном дыхании. Невысокая цена за возможность извергать облако темного удушающего дыма. От него так сильно слезятся глаза, что самих архичихов вы даже не увидите. Вот так, друзья мои. Если в разгар сражения вы видите клубы дыма, значит где-то поблизости есть дымодышащие душители, плюющиеся огнем. Ага, значит он у нас из ряда душителей. Хорошо, ребят, мы его размещать, наверное, не будем. Пускай он уйдет в ангар. Да. Так, здесь у нас что? Расширить? Да, как бы, а хотя сокровищница. Но мы туда обычно ничего не ложим, поэтому не будем. Так, получает уровень, забираем рыбу. Эти у меня тут летают еще до сих пор. Собирает ресурсы, это хорошо. По крайней мере, они чем-то заняты. Кроме кревет, естественно. Кревет. Так, подожди. А, покормить тебе надо? Нет. Лети пока за рыбой. У нас тут на прокачке раз, два, три. Три дракона. Я могу еще одного отправить. 7 лямов. Еды. Для водореза. Что-то уж больно как-то крутенько. Так, заберем с тобой тогда руны. 110 штучек, отлично. И здесь мы заберем. Опа. А это мне знакомо, ребята, яйцо, да? Вывести. Это у нас опять пылевой буян. А если мы его отпустим? 25 миллионов рыбы. Да. Я хочу, ребят, получить 25 миллионов рыбы. Потому что у меня рыбы вообще не было. Так, пускай она дальше ищет. Ну, ребят, почему отпустил? Во-первых, он у нас есть, да, этот пылевой буян. И как бы смысл нам еще одного брать? Ну, не вижу, ребята, никакого смысла. Так, давай мы отправляем бесплатно. Здесь кривоклык, ты у нас тоже полетишь. Даже не надейся прохалявничать. Ничего тебе из этого не получится. Давай бесплатно. Так, сарделька, ты как там у нас? Готова? Нет? Сарделька у нас готова. Так, пускай летит в горы. Бесплатно. Так, и барсик. Барсик у нас готов что-то выдать. Ну-ка, и что ты мне дашь? Шестеренки, наверное, как всегда. Ну да, да, да. Именно к ним он и подкрадывается. 7 штук. Не волнуйся, никто никогда ни о чем не узнает. Так, завершите приключение забияки и задираки с барсом и верпем. 4 раза. Так, забираем, ребята, пак. Давай, больше не будем возвращаться к этой теме. Поддерживаю. Блорк. Приключения, ребята, ничего себе. В первый раз получаю такой набор. Вау. Ночная жуть. Редкий, друзья мои. У меня не было такой карты. Такого дракончика, поэтому это новинка для меня. Так, надо будет... Ага. Размещаем в ангаре. Круто, что я могу сказать тебе. Очень круто. Давай-ка мы здесь теперь заберем наши награды. 5 рун. Давай-давай-давай, получаем. Так, тут 30 вымпелов. И 50 вымпелов здесь. Все вроде бы хорошо, да? А здесь у нас что, пак созрел? Так точно, давай откроем его. Шепот смерти, шторморез, крылатый ужас, змеевик. И все. И у нас, ребята, чистое поле, как говорится. Надо будет все это забивать.
Ну, а мы, наверное, с тобой отправляемся куда? Ну, естественно, друзья мои, на события. У нас угроза все-таки. Давай посмотрим, кто... Ох, ё-моё. Слушай, длинный-длинный, ребята, у нас превентивный удар. Поэтому приступим. Это хорошо. Это я удачно, так сказать, зашел в игру, да, и обнаружил. Ну, жалко, конечно, что сегодня эта серия не выйдет. Но выйдет уже завтра. Так, последняя волна. В плане последняя. А, тут всего одна. Уровень 11, как мы видим. Ого. Братюнь, может быть, ты притихнешь? Слушай, ну ведь не похож он на этого. На капкана стального. А бомбит именно как он. Ну что-то там. Ой-ой-ой. Слушай, они 11 уровня, а так больно бьются. Прям даже не знаю, что и сделать. Так, успокойся. Смотри, что вытворяет. Он еще усиление на себя повесил, а, жук. Так, усиление, ладно, ударим. Сейчас будет больно, да? Под усилением-то, конечно, он бомбит не кисло. Нас спасает только одно, что у него маленький уровень. Ну что, прекрасно. Первый поединок и первая наша победа. Ну что, по традиции крутим колесо и смотрим, что нам выпадает древесина. 4 миллиона, ребята, для нас 4 миллиона древесины — это вообще ни о чем. Судя по тому... Во-во-во-во, давай, неплохенько. Мы с тобой урвали все-таки один пак. Плюс 1400 тусклого янтаря. Смачно. Так, ну мы с тобой двигаемся дальше. У нас будет следующий приз, это 50 рун. Не очень много, но согласись, когда на халявку получаешь, как говорится, и уксус сладкий. Ну что, последняя волна, опять последняя. Меня это устраивает, вполне, друзья мои. Хоть всю игру пускай будет всего лишь одна волна. Тихо ты. Разбуянился тут. Так, мы, наверное, с тобой сейчас будем делать массовую атаку, скорее всего, именно ветрокрылом. И именно замораживать. Я думаю, что это будет оптимально для нас. Раз, два, сейчас он ходит, да? Потом мы, потом водорез. Главное дожить. И главное, чтобы нам не понизили с тобой атаку. Так, водорез, что будет делать? Окей, ну что, погнали. Ветрокрыл бросает свою заморозку. Они все в сон. Дальше этого убиваем. Добить не сможем. Хотя почему не сможем, должны. Прекрасно. И сделаем вот так. Кривоклык. Будь добр. Все, ребята, переходим на следующую битву. Ну-ка, порадуй меня, пожалуйста. Вот давай прилив сил. Слушай, ребята, круто. А здесь... А здесь 20 миллионов древесины нам достается. Так, ладно. Очередной у нас с тобой поединок. У нас 3 энергии всего лишь осталось. То есть еще 3 боя мы сможем провести. И, по-моему, мы урвем все-таки с тобой пак. А здесь, скорее всего, 2 волны будет, да? Ну да. Глядел как в воду. 2 волны. Так, душитель, хорош. Или кто это? Пылевой буян? Они оба мелких и оба непонятных дракона, поэтому, скорее всего, это все-таки душитель. Упс. Ну, начинается, да, у вас тут? Один другого прикрывает. Давай-ка мы, наверное, вот так бомбанем. Я не знаю, кто там на второй волне и какой уровень. Стопы. Так, добьем? Окей. Ну, сейчас глянем. Так, злобный змеевик и, опять же, душитель. Но у нас с тобой полностью заряжена шкала. О, неплохо. Кусанем. Давай, наверное, сделаем вот так. А, красный по синим слабо бьет. Хотя достаточно сильно он бомбанул. Ты посмотри. Тю. Так, ну что, голубчик, ты попался, да? Сейчас мы будем тебя уму-разуму учить. Атака. Так, что у нас там происходит? Мы можем слепоту повесить, в принципе, и все. Ребята, и
Вопрос решен. Раз удар. И Кривоклык его добивает. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Ну, показывай. Блин, был бы плод мудрости, было бы круто. Ну, 4 миллиона древесины, ребят, ну... Нам нужно, извини меня, по 60, по 70 миллионов, чтобы что-то, извини меня, прокачать или накормить там. Поэтому 4 миллиона это вообще ни о чем. Так, ладно, забираем с тобой 50 рун. Нет, к сожалению, у нас не получится, ребята, забрать этот пак. Здесь бой и... А, нет, получится, все. Я думал, что еще вот здесь вот у нас... А мы, получается, здесь выиграем и продвинемся. Да, тогда все окей. Тут сколько волн? Две. Меня встречает вот этот вот вшивенький змеевик. Хе. Ну давай. Раз. Два. Три. Ну ему крышка. Он доигрался. Ты еще и промахнулся. Так, где у нас там вторая волна? Ух ты, их уже здесь трое. Громобой, шепот смерти. Вы серьезно? Эй, тихо, тихо. Ты смотри, что творят, а? Почему-то все напрыгнули на моего... А давай вот так вот сделаем. Все напрыгнули на моего, извини меня, Кривоклыка. Так, мы будем атаковать. Что ты там собрался делать? Понятно. И этот сюда же, да? Нет, как-то... Как-то непонятно, они, ребята, тут распределяют роли. Давай сделаем вот так. Этот все равно пока в слепоте будет бомбить змеевика. Оу. Повезло, ребята, что этот удар не пришелся по нам. Ты сам прекрасно видел, что он сделал. Так, а мы делаем вот так вот, ребята, в слепоту. И все, этот громобой будет теперь нашим. Он как-то и разбирается очень тяжело. Не знаю почему, ребят. Вроде бы не босс и не предбосс. Да, а вот тяжело разбирается. Ну что, добиваем. Прекрасно. Ну и продвигаемся дальше. Давай крутить. Что, что, что? Опять древесина, а? А здесь рыба. Все, я понял. Так, ну что, ребята, последний бой, и мы с тобой заберем загадочный пак. Мелочь, но все равно приятно. Погнали. Так, значит, шепот смерти у нас тут первым. Тихо ты. Начинаем, да? Че это он завис-то? Прицепился к моему ветрокрылу. Эй, отцепись от него. На тебе. Добиваем. Так, друзья мои, вторая волна. Тут у нас кто? Нифига себе, смотри, какой громобой. С шипами все дела. Мы, наверное, будем все-таки начинать с тройного удара. Я не хочу, чтобы он тут начал свою пляску ядовитую делать. Подожди секундочку. Если мы сейчас кусанем и заморозочку сделаем. Ну, это оптимальный вариант, я считаю. Так, будем, естественно, разбирать с тобой тройной удар. Так, теперь подумаем. Громобой, наверное, да, все-таки? Давай, поехали. Так, он очнулся. Упс. Ну, это терпимо еще было. Так, ну что... Тихо, 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 родные, не надо, не надо. Хотел, думал, ударить хвостом, а потом посмотрел. У нас, ребята, есть заморозка и... Решил его заморозить. И не зря. Ну что, сейчас крутанем и пойдем дальше. А здесь... Да ладно, прилив сил. Блин, конечно, лучше бы две было, но фиг с ним. Одна тоже сгодится. И вот, как я тебе и говорил, мы забираем с тобой загадочный пак. С превеликим удовольствием. Ну что, 33% у нас прогресс. То есть нам еще, ребята, видимо... Два раза здесь придется драться. Угу. По-другому никак не получится. Так, забираем с тобой награды здесь. Надо, кстати, глянуть, сколько вымпелов у нас уже накопилось. И что ближайшее мы с тобой сможем приобрести. Так, обмен. Ставим.
забираем с тобой. Ага. Пак необычный. Рыба. Так, неужели это шторморез? А, нет, это острокоготь. Но он у нас есть, поэтому, ребята, его можно отпускать смело, да ведь? Даже три у меня их в наличии. Да, отпускаем. Так, а что у нас здесь? Давай посмотрим. В этом наборе. Ну, здесь, как всегда, ребят, ничего не будет, наверное, хорошего. Стандартные драконы, древоруб, костолом, громоль и многоножка. Друзья мои, а многоножка у меня, по-моему, есть. Отпустить 190 тысяч рыбы. Да, пускай идет, ребят. Ну, толку от нее здесь никакого нету. Для меня, по крайней мере. Так, что же мы с тобой сделаем? А что мы можем сделать? Мы вроде бы как все подрались. Единственное, что я могу, наверное, ребят, пойти на арену и забить все лотки, которые у нас с тобой остались. Что скажешь? Давай, наверное, так и сделаем. Что у нас тут? Место свободное есть. Почему бы нам не повоевать здесь, да? Так, что-то мне там подписчики говорили, кого-то поменять из драконов на более продвинутых. Я, правда, не знаю, кто у меня там продвинутый. Ну-ка, поехали вот с этого. По-моему, все-таки вот этот душитель, а тот серенький, это был пылевик. Ну, что-то там... Ать! Как он бьется? 14 уровень. Вжаривает не по-детски, просто. Ну-ка. Блин, он сейчас опять пропишет нам, а? Бедный барсик. И этот сейчас еще фаербол свой зарядит, да? 100% тебе говорю, сейчас будет фаербол. Жестко. Жестко он бомбит. Ну что я могу сделать? Взять кого-то под контрольку. Под контрольку можно взять, в принципе, вот этого. Ударить сюда. Так, он сейчас бомбанет по кому-то. Сюда, да, все-таки сделал. Ну, фигня получается, ребята. Мы, по-моему, здесь проиграем, потому что я немножко неправильно сделал. Оу, промахнулся. А этот-то сейчас фаербол свой влепит. Нет, не влепил. Давай так. Единственное, что я могу сделать, знаешь? Вот, вот это ты хорошо. Вот это ты правильно сделал. Уважаю. Блин, гипноз. Это совсем не то, что я хотел. Так, ну что, с этим разбираемся, да? Наверное, хотел сказать, наверное, надо залечиться. А залечиться нечем. Сейчас, если этот фаербол свой запустит, нам крышка, ребята. Нет, выжили. Выжили, и по ходу дела нам повезло. Да. Удача все-таки на нашей стороне. Ну что, победа. Какой нам пак-то тут дадут? Наверное, как всегда, обычный. Да. Ну-ка, покажите, кто у нас тут. Ага, 2 15 уровня. Блин, вот среди них ветрокрылу самое сложное, ребята, драться против них. Потому что такие бизоны здесь его окружают. Он всего 11 уровня против 15, 14 и 16. Вон, смотри, что творит, а. Ты смотри. О, все. Расписали буквально, ребята, за 3 секунды. Прикинь. За 3 секунды расписали мне ветрокрыло. Ой-ой-ой, тут опасно. Так, что будем делать? Наверное, вот так вот все-таки. Это сейчас будет понижать броню, как всегда. Так, добивай кого-нибудь. Молодец, спасибо. Блин, по-моему, барсика, ребята, мы с вами потеряем. Не хотелось бы. Ну, видимо, некуда деваться нам. Так, естественно, вешаем вот так, потому что, ребят, тут усиленная атака. Барсика сейчас припечатают. Барсика припечатали, к сожалению. И мы остались один на один, да? Ой-ой-ой-ой, что он делает? Это что такое? Зашибись. Он еще и защиту влепил себе, прикинь.
Да чтоб тебе, паршивец ты такие. Давай убивай своего этого зануду. Вот, вот это другой разговор. А вот как мы теперь один на один с этим будем, я ума не приложу. Но это понятно, что он промахивается. Только что-то мне как-то от этого не легче. Давай на чистоту. Сейчас укусит, верно? Ой-ой-ой. Да меня это не спасет, ребят. Ну, ну что это? Не получится никак мне его запинать. А, ничья. Фух. Конечно, мы кубков не получаем. Ну и не погибаем. Ё-моё. Так, Хофер, Громорог и Сарделька. Мне кажется, бесполезно мне пинать Громорога, да? Все равно он успеет сделать свой баф этот. Сколько раз мы уже с тобой это проверяли. И начну сразу бомбить с этих, с левых. Хотя смотри, самое удивительное, да? Мы сейчас с тобой начали бомбить Хофера, и Хофер использовал энергию, да? Соответственно, не дав возможности Громорогу пробафать отряд. А вот если бы я бил именно Громорога, вот он бы 100% бы сделал свой баф. Вот как пить дать. Ладно, давай мы его сейчас попробуем шатать. И что он делает? Сразу в позу встал, а? Так, ну что, Сарделька, мы сейчас хильнемся вначале. И давай потихонечку бомбить. Так, сюда. Удар хвостом. Ну что ты там сделаешь? Все, я тебя понял. Да мы можем даже вот так сделать, чтобы не волноваться лишний раз. Да, за какую-нибудь очередную выходку этого Сарделькина. Давай сюда. И добиваем. Все, все, ребятушки. Кстати, мы сейчас получим с тобой пак. Ну что же, вот он. Кревет, Громель, Костолом. Так, Лаварык. Угу, Душитель. Костолом, Дикарь. О, Кривоклык. Ребята, еще 5 карточек на Кривоклыка, и мы сможем его прапать. Всего лишь 5 карточек нужно. Так, ну ладно, мы двигаемся с тобой дальше. Нам нужно 8 драконов победить. Вот без этого мелкого, ну никуда, просто вот никуда, везде его суют, а? Ты, ну, ты посмотри. Начнем с него тогда. Так, Костолом выпендривается. Это фигня. Так, что сделаем? Наверное, просто ударим пока. Сейчас он ходит, да? Двумя драконами, потом мы, потом опять Костолом. Что-то как-то... Он как-то чаще ходит, чем мы, если честно. Посмотри. В разы чаще. Тьфу. Ладно, предположим, я ударю. Кому? Ай. А мы вот так вот в ответку, ребята. В ответку мы делаем им заморозку и сон. Так, я, наверное, с этого начну. Так, тихо ты, что ты... Выпендривается, ты посмотри, а. Наверное, мы тут лучше залечим раны-то свои. Да? Не пробьешь, надеюсь? Если бы это был бы Ветрокрыл, скорее всего, он бы пробил бы его. А этот очнулся, ребята. Этот очнулся, а говорит о том, что сейчас... Блин, я даже не могу его взять под контроль, ребят. Твою же дивизию, он же сейчас сделает разбег, поверь мне. Я даже знаю, кому сделать разбег. Ветрокрылу. А, нет. О, как. Жалко, мы, конечно, оглушены. Что-то мне говорит о том, что он сейчас просто его добьет. Угу. Даже не пощадил, гаденыш. Будем мстить за него, да, за нашего Кривоклыка. Поехали. Все. Ну что, 3 дракончика победили, еще нужно сколько там? Еще 5. Так, а здесь у нас, смотри-ка, уже 16 уровень, да? 16 уровень. Наверное, с Барсика или... Как тут лучше? Давай, наверное, вот так вот. С Костолома. Это же, по-моему, Костолом-дикарь? Ух, ё-моё.
Он еще и усиленную атаку сделал себе. Ох, друзья мои, сейчас будет больно нам. Мы, конечно, можем попробовать, знаешь, что сделать? Да, по-моему, мы тут ничего не успеем сделать. Да-да-да, ничего. И знаешь, чем это грозит? Тем, что он сейчас уничтожит Кривоклыка, скорее всего. Так оно и получилось, ребят. Так он и сотворил, гаденыши такие. Давай, бомби его. Вот что мне теперь здесь делать? Давай вот так, наверное, сделаем. Попробуем уничтожить этого пристеголового. Ну, а потом уже... Блин, вот как назло, он мне еще атаку понизил, ты представляешь? Давай, давай, спать, я сказал. Уже там голову свою поднял. Отдыхай давай. Так, опять, да? Сейчас что-то будет. Ничего, ребята, не будет. Тогда крышка ему. Есть. Опять нам крупно повезло. Ну, выкрутились, короче. Так, а здесь у нас с тобой получается 2 16 уровня, да? И 1 15. Причем вот эти два красных. Как тут лучше сделать-то? Так, фиолетовые бьют по синим, да? Мощно. Поэтому, наверное, мы начнем с красных. Это сейчас они будут ходить? Угу. Так, сейчас этот что-то сделает. Трындец, ребят, я не знаю. Тут такой уровень. Просто зашкаливающий. Йоу, гипноз уже... Офигенно, ребята. Ну, хотя бы хильнулись. Единственное, что да, гипноз, ребята. Что ты будешь делать? Кусанул. А ты? Траванул. Блин, ребят, если доживем до заморозки, будем, естественно, Ага, до заморозки, конечно. Они же у меня под гипнозом всю энергию потратили. Вот оно... Я в шоке. Сейчас опять гипноз, да? Все, ребят, ну тут проиграли мы, блин. Ничего не сделаешь против этих. Удар хвостом. Этот сейчас что-нибудь пакостное сделает. Вот, видишь, уничтожил просто-напросто. Ну и этому остается только лишь добить. Ну, а у меня не было никакого варианта, ребят, другого. Он еще под усиленной атакой. Конечно, сейчас расплющит. О, еще и своим суперударом. Да, этот поединок неудачный. Так, ну здесь еще не легче, да? Тут у нас, я смотрю, скала. Так, тихо ты. Наверное, вот так вот мы все-таки будем делать. Столом что-то задергался, а? Блин, он усилил себя, а? Ну ты посмотри. Опять 25, короче. Ну что тут сделаешь? Я не знаю, ребят. Так, пристеголовый сейчас будет. Ага, теперь мы. А потом у него будет костолом делать удар. По кому? По ветрок... Ага. Трындец, запинали, просто запинали, ребят. Короче, я делаю вот так вот. Этот тут выпендривается, смотри, что-то тут. Ага. Я, наверное, вот сюда ударю. Ну давай кого-нибудь шлепни, в конце концов. Ну, в принципе, неплохо он вжарил. Только мы с собой потеряли бойца. Так, если этот еще разок пригреет, а он должен пригреть. Ну, нормуль. Так, теперь берем под контрольку его. Интересно, получится у нас его забомбить или нет? По-моему, нифигашечки, да? Энергия у нас очень медленно свой. Что он там делает? Он там что-то хотел сделать, я так и не понял, что. Кусает, конечно, больно. Так, будешь разбег делать или у тебя нет разбега? Нет, ребята, у него вместо разбега вот этот огонь, и повышает он себе атаку. По-моему, я доигрался, да? А, ничья. Ну, нам нужно было с собой одного дракона подбить.
И мы это сделали. Давай открывать. Шторморез, костолом, водорез, прихвостень. Ага, барс и вепрь. Ну вот, у нас, ребята, три обычных пака выпало и один редкий. А легендарные паки уже давно нам не выпадали, кстати. И это плохо. Так, что у нас тут? 12 миллионов рыбы. Ну что, вот мы сегодня и поиграли. В принципе, от души неплохо, мне понравилось. Единственное, что я не могу понять, почему мне не дают новые территории на расширение. Что нужно для этого? Куча викингов? Хм. Так, все? Нет, не все. Иди давай обучайся. Каркает мне здесь. Так, водорез. Покормить тебя, что ли? Да, покормить надо его. А нам что здесь надо? Я уже забыл. Улучшить драконов, да? До 75 уровня. 9 драконов, друзья мои. Первым будет у нас водорез, по ходу дела, да? Потом, наверное, громелька. Так, подожди, отмена. Громелька, вернись-ка, пожалуйста. Дай-ка я тебя немножечко подкачаю. То есть два дракона у меня, в принципе, готовы, да? Для того, чтобы прокачаться. А кто еще готов? 75 уровень. Шепот смерти. Так, вернись. Покушай. Блин, у нас рыба закончилась. Это плохо. Не будет рыбы, ребята, не будет и прокачки. Сам понимаешь, да? Ну что, вроде бы пока все, друзья мои. Можно смело закругляться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.